Всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим быструю и вкусную закуску со свежими помидорами и консервированными оливками и маслинами. Итак, начинаем! Для начала возьмем пачку чипсов и откроем ее. Мы взяли сырные чипсы, так как этот вкус хорошо сочетается с остальными ингредиентами, которые мы будем использовать дальше. Выбираем целые рожки, так как после мы будем их наполнять начинкой. Для начала возьмем небольшую горсть сырных чипсов. Далее берем сливочный сыр. И берем какой-нибудь пакетик и накладываем сливочный сыр в этот пакет. Количество сыра, накладываемого в пакет, стоит определять по количеству чипсов, которые вы будете им заполнять. Далее сгоняем весь сыр в один угол. Согнав сыр в угол, закручиваем пакет. И отрезаем уголок у пакета. Теперь берем чипс и наполняем его сливочным сыром. Наполнив полностью, откладываем пакет в сторону, берем зубочистку и продеваем ее через всю чипсину. Далее кладем листик мяты. И половинку помидора. Готово! Продолжаем дальше. Хорошим вариантом будет попробовать такую закуску с консервированными маслинами или оливками, так как сливочный сыр хорошо сочетается с плодами оливы. Приготовление закуски не занимает много времени и не требует затраты большого количества сил для ее приготовления. Даже если в оливке после удаления косточки осталось большое отверстие, то это не проблема, так как это отверстие можно заделать другим кусочком оливки.
Потратив несколько минут своего времени и малое количество сил, мы вместе с вами приготовили отличную закуску, которая из-за своей простоты в приготовлении прекрасно подойдет для приготовления ее в обычный день. Но также из-за своей красоты и сочетаемости вкуса, такую закуску смело можно готовить на праздник и любые другие торжества. Помимо того, что в этой закуске ингредиенты отлично сочетаются между собой, так еще они великолепно сочетаются и с разными напитками. Если вам понравилось это блюдо и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также вы можете написать в комментариях свой любимый рецепт закуски. Всем приятного аппетита и до новых встреч!